Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня вашему вниманию представляю такой дискатор. Модель дискатора у нас Hudson Blicher. Техника не новая, но тем не менее. Что хотелось бы сказать, здесь у нас рама целая абсолютно, от слова совсем. Вот. Крепление здесь трехточечное. Есть небольшая выработка, тем не менее необходимо будет провести полное ТО у данного дискатора. У него сзади еще имеются катки, я вам позже прикреплю фотографии. Они цепляются вот в эти проушины, катки вот такие, резиновые катки. Вот, по сути, чтобы у вас представление было, такие резиновые катки сзади ставятся. Вот. Значит, наработка у него, конечно, большая, но тем не менее рама настолько мощная, металл очень такой прочный. Вот. Здесь ромашки с разным износом, очень похожи на ромашки, как и у дискаторов Уния. Тем не менее, 22 ромашки у данного дискатора, диаметр 48, если не ошибаюсь. В описании приложу точный размер. Вот. Приобрести можно как за наличный, так и по безналичному расчету. Здесь у нас захват получается 3 метра. Без катков, без задних. Можно работать МТЗ-82 трактором, в принципе. Два ряда ромашек. Он потянет. Друзья, обращайтесь. Мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Обязательно приезжайте в гости. Все вам покажем и расскажем. Спасибо за внимание. До новых встреч.